Перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал All Projects. Здесь вы сможете найти такую интересную рубрику, как Anti-Griefer Show. Он делает это очень интересно. Поэтому, если вам нравится Anti-Griefer Show и вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию прохождения GTA 5. Хотел сделать сюрпризик, но не успел, так мертвая бабуля, вылази. Какой сюрпризик, ребята, эта серия специально для вас. Я полдня ездил по городу, я полдня по нему ездил, чтобы найти это конченое зенторное, которое вы меня уже давно просили протюнить. Поэтому, ребята, эта серия специально для вас. Я наконец-то выполнил вашу просьбу. Я наконец-то нашел Зенторна. Как вы видели, я нашел ее на улице, когда она просто-напросто проезжала передо мной или там сбоку меня. Самое главное, я полдня вот тут искал, на вот этих парковках, да, чтобы ее найти, чтобы ее затюнить. Она, казалось, просто-напросто банально возле меня проедет, и я ее найду. Как вы видели, я ее расстреливал, потому что в ней бабенция какая-то ехала, и мне пришлось ее убить, чтобы забрать себе тачку. И то она чуть от меня не уехала, да, не ускользнула. Ребят, извиняюсь, что-то... Также, ребята, эта серия специально для вас, для тех подписчиков, кто просил найти... купить или что-то там сделать Зенторна, чтобы наконец-то затюнить эту красивейшую машинку. И поэтому, ребята, честно, эта серия специально для вас. И давайте по этому поводу наберем 250 лайков за новую серию. Если вы хотите больше прохождения GTA 5, если вы хотите видеть GTA 5 хоть сейчас, то есть если как только... вы сейчас поставите лайк и закончите просмотр этой серии, если мы набираем 250 лайков, сразу же выходит следующая серия. Поэтому, ребята... зависит только от вас, как я уже много раз говорил. Когда вы хотите, чтобы выходила GTA 5, зависит только от вас. И вы можете это решить. Также, ребята, спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий. Также подпишется на мой канал, кто еще не подписан. Я также буду рад каждому новому подписчику. И, ребята, сейчас мы приступаем к тюнингу Зенторна. Я реально этого долго ждал, я ее очень долго искал, Ну, я ездил, знаете, по городу, я просто в интернете посмотрел, какие точки, где может заспавиться Зенторна. И я пару часов ездил с одной точки на другую, вот туда-сюда, так по кругу ездил. И в один момент, когда я ездил по кругу между этими двумя точками, она возле меня просто-напросто так проезжала, и все, я ее взял и украл. Так, броня. Броню я не буду ставить, ребят. Это все я не хочу ставить, то есть это большая... большая трата денег. Я пока что даже не вижу смысла этого делать. Ух ты, так, это что? Это двигатель, ну двигатель давайте этот поставим. Глушитель, ни хрена себе, это бандура. Такая прям, это... девушка много парней имела, ребята. Прям очень много, очень-очень. Но я не хочу такую дырищу. Мне кажется, даже стандартный глушитель будет красивее. Или вот этот. Этот вообще прикольный. Капот. Это. Полуспортивный полосатый. Полосатик. Фары. Неоновые. Я пока что не знаю. Давайте мы сначала посмотрим номера, окраска. Вот, основной цвет, хромированный. Не хочу. Матовый. Не хочу. Металлик. Не хочу. Это не хочу. А металл? Знаете что? Перекрасить свой... ага. Металлик нужно. Я хочу... нет, я хочу белый. Есть ли тут белый цвет? Пожалуйста, дайте мне белый. Я как-то не вижу белого. Ух ты, ни хрена себе, какая зеленая она красивая. Да, если честно, она вообще... ух ты, ух ты! Опа. Да, если честно, она вообще в любом цвете красивая, поэтому... давайте вот этот поставим. Так, сейчас посмотрим, какой другой мы сможем ее... более-менее так перекрасить. Фиолетовый, ярко-пурпурный. Верно, мне кажется, ярко-пурпурный будет очень кремовый. Кремовый тоже очень... и, ребят, это так не очень
хорошо видно, потому что все-таки так сейчас хромированный классический. Это не очень так заметно, потому что все-таки машина белая. Я хочу, знаете, как ее сделать? Я хочу ее вот так сделать сейчас. С оранжевым. Вот так. Во! Круто. Дальше. Дальше пороги. Это обычный. Это такой. Наверное, все-таки вот это, да? Ну, в принципе, такой же, как сейчас и стоит. Дальше. Спойлер. Ну, спойлеры тут уже сами по себе очень крутые. Это обычный. Это, ну, не очень. Это не очень. Это тоже обычненький. Это тоже обычненький. Это тоже... Вот этот, мне кажется, самый прикольный будет. Это прям, знаете, как Да, в принципе, она и так гоночная. Это как самолет какой-то даже получается. Турбонаддув не нужно. Колеса. Вот колеса я сейчас хочу. Колеса давайте мы посмотрим. А какие лучше всего? Во! Это вообще, ребята, другое дело. Так, 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 так. Хм, я не знаю, честно. Сейчас будем что-то выбирать. Сейчас будем что-то выбирать, потому что я пока что не знаю. Это прикольное. Вот, вот сейчас, где это было? Где это было? Вот, вот это. Или эксклюзивные. Во! Что-то, что-то в этом роде. Давайте вот эти поставим. И покрасим в оранжевый. Оранжевый, ты где? Вот. Ярко-оранжевый? Нет, оранжевый. Вот в этот. Да, круто. Модификации тоже. А, тоже фиолетовый, оранжевый. Да. Круто. Дальше. Спойлер, колеса, стекла. Давайте вот этот. И вот сейчас номера. В принципе, это нормально. Сейчас фары, ребята, неоновые трубы. Вот так, расположение. И сейчас мы поставим оранжевый. Хотя мы вроде его ставили или нет. Давайте оранжевый поставим. А, я хочу еще окраску посмотреть. Окраску основного цвета, вот. Ух ты, ни хрена себе, какая она черная крутая. Какая она черная? Да, в принципе, она, если честно, в любом цвете крутая. Она, мне кажется, в любом цвете очень даже прикольная. Офигеть. Ну, ребята, спасибо вам тем, кто посоветовал мне прокачать, точнее найти, прокачать эту машину, потому что она реально очень прям суперская. Офигеть. Офигеть, она реально очень крутая. Вот, вот даже зеленая с оранжевым, она, если честно, очень хорошо смотрится. Синий, вот синие. А может даже вот такой синий? Или все-таки белый, как у нас есть? Белый или вот этот синий? Давайте синий возьмем. Пускай будет. Я не знаю, почему просто захотелось синий. Сейчас посмотрим. Нормально ли она смотрится или нет. Она, ребята, она самая быстрая, да? То есть вот эта Зенторна, она самая быстрая в игре. Как я... Ну, вы мне так сказали, поэтому я вам верю. Офигеть. Фу, чуть не врезался. Чуть не врезался. Замечательно. Шикардос. Ребята, просто шикардос. Мы отправляемся домой. Серия не будет долгой, потому что я только зашел, чтобы показать вам, что я все-таки нашел эту машину, потому что многие могли там подумать, что я не знаю, я ее там начитерил или еще что-то, какие-то чит-коды использовал, бабло себе начитерил. Но нет, ребята, я ее просто-напросто взял, нашел и сейчас прокачал. Протюнинговал, и она, в принципе, такая прикольная получилась. Я не знаю, вот честно, синий. Синий с оранжевым. Или белый с оранжевым. Хотя, если честно, мне кажется, она и так крутая очень. Мы потом, если будем... Ну, давай, давай, заезжай. А мы потом, когда будем проходить вот эти все гонки, да? Точнее, мы уже их много прошли, но мы, наверное, будем их еще повторно иногда проходить, для того, чтобы просто-напросто бабло выиграть. Когда мы их будем... Так, не врежься в меня. Когда мы будем их проходить, то я, наверное, буду на этой машине, ребята. Потому что она реально очень крутая. Я с вами согласен. Мне кажется, она даже, ну так, красивее выглядит, чем тот же Truefade Adder, или как она там называется, которая находится уже в нашем гараже. Мы нашли ту машину за 1 миллион Truefade Adder. Она находится уже в нашем гараже, да, ребята. Не тут,
не вот тут, а в другом гараже, то есть у Франклина дома, да, в первом. Так, не пропадай, пожалуйста. Нам это нужно вывести отсюда. Вот так. Замечательно. Или, мне кажется, можно ее даже было как-то по-другому, поприкольнее протюнить. Как думаете? У меня просто есть еще один вариант. Я хочу попробовать еще один вариант. А ну дайте мне секундочку. Во, ребята, я ее просто покрасил. Мне кажется, вот такой цвет намного и больше подходит. Потому что я видел у кого-то вот такой цвет машины. И мне кажется, он намного больше подходит, чем синий с оранжевым. Это фиолетовый металлик, связанный с красным перламутровым. Поэтому вот такой цвет, ребята, и получился. Мне кажется, он прикольный. Давайте быстренько сейчас домой доедем. Так, сейчас, ребята, мы уже домой доедем быстренько. Я уже ее немного успел поцарапать по дороге, но думаю, в этом ничего страшного нету. Фу, сейчас мы ее припаркуем в нашем гаражике. Там мотоцикл, который уже находился, который мы уже вынесли, уже, наверное, давным-давно пропал. Ну, это понятно. О, наша красавица. А может ее... Сейчас. А может ее... Вот так? Может ее вот так? Сейчас. Задом всегда намного сложнее парковаться, если честно. Вот так. Во. И сейчас выйдем. Но она реально очень крутая. Давайте еще тогда вот эту перепаркуем. Эту мы тоже уже давно нашли. Это, если честно, мне тоже очень машина нравится. И мы ее уже даже протюнили. Хотя нет, мы ее даже не тюнили. Мы ее оставили такой, мы ее оставили такой, какой она была. Может, чуть-чуть там что-то изменили. Если честно, она мне тоже очень нравится. Так, вот сюда, тихонько. Вот так. Все, красавицы наши. Ребята, красавицы наши. На этом мы будем прямо тут заканчивать. Я сказал, что серия не будет длинная. Я просто-напросто хотел с вами поделиться то, что я все-таки уже нашел Зинторна. А я ее специально, ребята, протюнил для вас. Поэтому, мне кажется, это реально очень крутая машина получилась. Такая перламутровая. С оранжевым, реально очень крутая получилась. Немного поцарапанная, но ничего в этом страшного нету. Ребята, всем спасибо за просмотр. Еще раз скажу, если вы хотите... Нет, сначала пишите в комментарии название ваших машин, которые вы бы хотели, чтобы мы протюнили. Вот, смотрите, вы написали, чтобы я нашел Зинторна. Я все-таки искал, нашел и специально для вас протюнил. Если вы хотите больше тюнинга, больше... Это может даже какую-то рубрику сделать. Ачивки от подписчиков для меня, да, чтобы вы мне давали какие-то там ачивки. Молодец, найди какую-то машину, протюни ее и сохрани как бы в своем гараже, да? А вот одну ачивку я уже для вас выполнил. Поэтому, во, как раз так прикольно, я даже не буду трогать. А поэтому, ребята, если вы хотите больше таких ачивок, если вы хотите, чтобы я больше тюнил тачки, просто-напросто найдите какое-то название тачки, напишите в комментарии, я постараюсь ее найти и потом с вами протюнить. Также, если вы хотите больше GTA 5, ой, я случайно стукнул, если вы хотите больше GTA 5, чтобы GTA 5 еще, например, еще даже сегодня вышло, или завтра, чтобы вы и завтра смогли посмотреть GTA 5, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Как только мы наберем 250 лайков, сразу же выходит следующая серия. Также, если вы хотите со мной пообщаться, просто оставьте свой комментарий с своим вопросом, пожеланием, советом или еще что-то, я постараюсь прочитать твой комментарий, ответить на него и также с тобой пообщаться. И приглашаю всех... людей, которые еще на меня не подписаны, вступить в нашу большую дружную семью. Все, что от вас требуется, просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень сильно этому рад, если вы вот это сделаете. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.